Продолжается также и агитационная кампания «Каракат Абден» в Кызылординской области. На этот раз кандидат в президенты встретилась с семьей предпринимателей из Аральска, которые обеспечивают работой 25 местных жителей. Встречи с избирателями идут полным ходом. Сразу из областного центра Кызылординской области Каракат Абден направилась в город Аральск. Здесь ее встретила семья сельскохозяйственников. Предприниматели держат скот и производят молочную и хлебную продукцию. Товар отправляют в детские сады. Кандидат в президенты ознакомилась с историей становления бизнеса и рассказала, какую поддержку планируют оказать бизнесменам в будущем. Предприимчивая семья обеспечивает работой 25 человек. К слову, на сегодня в Аральском районе ведут дела более 80 хозяйств. Сейчас многие стараются выращивать пшеницу, также стараются и овощные культуры поднимать. Для желающего трудиться всегда работа найдется, а лентяй ее никогда не найдет. Отмечу, в своей предвыборной программе Абден уделила особое место помощи молодым семьям. Кандидат задалась целью разработать комплексный план льготных программ, чтобы дети могли родиться и жить в комфортных условиях.